Здравствуйте, меня зовут Раиса, я живу во Владимирской области, у меня высшее экономическое образование, работаю главным бухгалтером в коммерческой организации. В персональном коучинге с Павлом Борисовичем планирую перестроить мышление в сторону предпринимательской деятельности. В планах сменить работу в найме на деятельность онлайн. Павла Борисовича выбрала в качестве наставников, потому что сам он предприниматель и не на словах знает, как добиться результатов в данной деятельности. Я очень хотела, чтобы Павел Борисович поработал со мной и помог увидеть препятствия, которые мешают продвигаться в моих планах. Его богатейший опыт коуча, бизнесмена и предпринимателя показали мне мои затыки. Павла Борисовича выбрала, потому что учиться лучше у тех, кто сам умеет то, чему учит. Хочу выразить благодарность за персональную работу, за его умение видеть то, что самому человеку в себе не видно. Увидеть слепые пятна и слепые зоны, которые мешают шагать вперед. Человек, который никогда не был в предпринимательстве, как слепой котенок, не знает, куда идти. Кажется, много теоретических знаний, много школ, много курсов, но когда касается практики, кажется, каких-то знаний еще не хватает. Много инсайтов, вот некоторые из них. Ошибки – это опыт, это хорошо. Их не надо бояться, из них надо делать правильные выводы. То, что я считала зоной комфорта, это зона привычного. Это две сильно разные зоны. Вижу, сколько еще предстоит, но это не пугает, потому что есть эффективные инструменты и уверенность в своих навыках и способностях. Конечно, рекомендую выбирать коучинг с Павлом Борисовичем, потому что он снимает внутренние блокировки и начинаешь видеть перспективы. Для себя я выбираю жить в новом ресурсном состоянии и не бояться перемен. Благодарю Павла Борисовича за работу. Спасибо. До свидания.